в Саратове снег выпал. Thank you.
А тут жарковато. Так, так это можно с этих мотивов все нормально. Греет? Совсем знать, кто кого греет. Где? Моё личико вообще страшное. Да. Ну, ножки нормальные. Я бы сдул. Получается, мы... Это какой все-таки? Я не знаю. А, excuse me. То самое транспорт. Next. Съемка идет. Меня тоже. Как говорится, все вместе должно идти. Зато и очередь.
что, будем сидеть или пойдем на улицу? Давай сюда, Серега. А это что такое? VIP? Ну, для нас, судя по всему. Да. Ну так можно, наверное, долго ходить. Давай, что ли, эти два места займем? Thank you.
Если бы у тебя был выбор, ехать на пароме или лететь на самолете, ты бы что выбрал? Догадайся. Неужели на пароме? С одного раза догадайся. Мне кажется, паром на самом деле менее безопасный, чем самолет. Ну, потому что если он начнет тонуть, он начнет тонуть. А самолет, если он начнет падать, то он начнет падать. Но по статистике самолет надежный транспорт. Ну, это так, глупость. Потому что паром от меньше где-то летает. Для рассуждения буквально. Может быть. Видеться мы и умеем. Причем вот давай надо момент еще выбрать. Я считаю, что еще ждешь чуть-чуть. Еще рано, да? Рано. И вот туда надо прыгать, к этой штуке. Куда? Сейчас. Вот. К колесу? Да, да, да. Видишь, там металлическая штука. Да. Вот теперь уже можно прыгать. Прыгать. Можно, да. Давай. Как раз уйдешь туда вниз сначала, а потом тебя притащит. Сейчас бумкнемся. Мягонько туда. Профи, кругом профи. Да. Это специальная разработка над немецких инженеров. Siemens. Siemens, не иначе. Bosch, например. Самое время. На бетонном только покрытие маленькое как-то.
так вижу большой. Как Миша прыгнул? Да, да. Научился, вот это. Прикинь, вот так вот, бац и все. Ну, приятно будет. Не то слово. Куда идем-то? Искать тук-тук? Если они существуют вообще. А, они наверняка вот там стоят, на дороге. Ну, где-то там, наверное. Что-то опять тусня какая-то. Вроде приехали, должно быть все тихо на острове. Сцена, что это 7 часов. Я вообще думал, что в принципе остров потише сам по себе. Или место это такое. Ну, кстати, вышка сотовая. Собаки надоедливые. Пошли в охоту. Мы сейчас найдем в два раза дороже, поедем. Да-да-да. Пусть обломаются. Да тут кто плывет? Да я ж не против. Только не знаю, куда плыть. Спросим? Или по карте поплывем? Google Maps до Киева доведет. До Киева знаешь, кто доведет? Кто? Товарищ Путин. Будет до ручки довести будет. Он так до чего угодно доведет. И до кого. Мин, ты что-то стоишь здесь? Но... Такси, тоже такси. Подрабатывают? Да. Типа, хотите того самого экзотики? Да. Ну, вас покатают Фотку зачем? Чего? Фотку зачем-то делаем. Очень странно, очень странно. Потом денег попросим. За фото. Вот. Вейго. Ломай. Oh, Lamai, I go to Chao Wing first, sorry. No, no, no. Chao Wing first, sorry. Oh, Chao Wing, Chao Wing. No, 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 Lamai. Chao Wing, Chao Wing. No, Lamai. Drive a taxi. На другой пляж, что ли? Ну, мы же на Ломай хотели, нет? Но они на Чевик как раз. Итак, что нам говорит Google Maps?
что он там говорит? Google Maps пока молчит, но мы сейчас его заставим говорить. Нет, говорить не надо. Вот мы на персе. На персе, нам надо вправо. Нам надо туда, да? Да. Что, пойдем? Пойдем. Голосовать что ли? Тук-тук? Наверняка да. Должен тук-тук быть, который едет туда. Не может быть такого, что пойдем с нами. Давай просто ради интереса спросим у таксёрика. Ну спроси. Туламай бич. Ламай бич. Yes. What name your hotel, Ламай? We have no the photo right now. Can you we now? We will decide it later. We now? And what name your hotel in Ламай? I don't know, somewhere here, I think. In this place. Where you stop in Ламай? Yes, I know, but we... Oh, you know? We didn't stop. Yes. You know? We want to do it on the place. Oh, yeah. For to get the 600 baht directly. What? It's a go to Ламай 800, you two person, right? Yes, two person. Discount you 600 baht. Three? Go to the Ламай 800 baht. And you two person? 800 baht. Yeah, true. Oh, it's and you two person discount you 300 baht for one person for now. No, no, just now, just it's a, I go direct for you. I you see. Know? Yeah, yeah. For us, it is expensive. We will try to find any other possibilities. Same. Why? Expensive for us. How much? Huh? А жена-то похожа русская какая-то, нет? Да, не видно. Нет. Тайка? Да. А муж, наверное, таксист. Отсюда возят. Да, да. Все, да. На соточку мы уже прошли пешком. Соточку? Да. И на соточку, на двухсоточку? Ну, на каждого. Ну да, согласен.
трансфер у нас весь вышел 400 сносов. От аэропорта до аэропорта. Отсюда. Ну а тут по 200 получается. А, ну да. Ну ты чё? Засмотрелся. Там штырь какой-то торчит. Да? Очки надо было ещё взять. Давай возьмем. Нет. Кошак. О, смотри, какие бабочки летают красиво. Thank you.
Charles or Arthur? Yeah. Super. Да. Надо бросить. Туда бросить. А зачем далеко? Не надо. Лучше под присмотром. Можно взять полотенце. А что против? Тут присмотрю. И бросить на полотенце прямо. Или на песок. Ну, пошли. Альбо. A-L-B-A-N. Which is a real Jesse name. Что это такое? Что это такое? Вон там внутри солнце. А что вот это пишут? Количество? Я единичку поставлю? Одного же нам хватит. Народу вообще никого. Хорошо же. Нормально. Сюда кинул? Угу. Правда, здесь ходит. Дальше. Давай сюда. Чего? Что нету этого? Кого нету? Вот это. Окей? Okay. Yeah. На фото еще снимем. А что фото-то зачем? На видео все видно. And what type of paper is? Что, все? Засел? Да. Thank you.
Слушай, чувак, у них наверняка есть чего-то. Сейчас я гляну, что тут есть.
скопище брендов на себе носим. Причем паленых. Вон заправка. Там на стрельчик. Там еще черная. Он еще присосалась к камню. Сосуд камень? Камни сосуд. Камни сосуд. Да. Рыбка камни сосуд. И карасик какой-то. Российский. Затесался. А у нас там еще один. Какие веселые рыбы. Улыбаются, улыбаются. Еще идеи рыбы. Не удивишься? Не удивляюсь, да. Не знаю, ты-то можешь, не знаю, идти на массаж. Мне даже дарить-то некому. Или есть кому? На, подумай. Не знаю. Это... Уж ты сам там... Сугубо индивидуально. Подход. Смотри, какие-то эти. Прогадки? Карты. Саудикасса, beware, wait on. Happy hour drink. You have to watch it. Happy hour. Thank you, thank you. А где ты их видел? Да шучу, шучу. Он рисует чувак. Oh, yeah. Knock, 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 you'll hear the sound.
Is it possible to leave our clothes here? Schön, Tag. Yes. Okay. Tomorrow, na? Yes. Hey, Barbosika. Thank you. Экспресс 52. Так, куда нам торопиться? Нам придет. С 9 часов? Да, там с 9 до 11. Что, сейчас поедем тогда? В принципе, поехали? Пора уже. Поехали. А что, куда мы едем? Пойдем? Босиком ходит с улицы. Hello. What is the price for one train? Подороже? Да. Ну, еще подороже. Ну да. Окей. Прикольные штуки. Что, отлично, нет? Перевести вес, по-моему. А как нагрузку поменять? Снизу. О, нормалек. Никого нет. Видеоблогер, да? Ладно, поеду. Рефинорты? Нормально. До хрена мы снимали. Ты что делаешь? Надо баночку 30 тысяч надо. 30 баночек, 17. Ну, типа, так, да? Не слышит. Да, не будет. А? Не слышит. Жопу плет. Нет, я понял.
fresh food. Could you please make for me как она называется? Pineapple. Pineapple. This one fresh. Fresh. Yes. No shake. 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 Pineapple shake. Yes. 1, 2. Two. Two guys. Mm. Yeah. One. Мешочек. Знаешь, чего не хватает? Чего? Телочек. Ты согласен с этим? Ну, я не против. Чтобы еще тут такой барчик был. Мини-бар. Лучше не мини. Ну, в общем, как полагается. Тебя поснимать? Ну, на. Можно сказать, первые шаги в бассейне. Шаги? Ну, да. Плыл. Да плыло. Пинается еще. Догнал. Догнал. Пешком догнал, да? Ага. Круто. Жалко, море не видно. Сейчас, ночью. Ну да. Огоньки какие-то есть. Фонарики прикольные. Вот это дело. Угу. А там что такое? Где? Ну вот это вот ванна. Трудно сказать. Это маленькая. По идее там есть ступени также. Ну вот я да, я ну, ступени там нет. Но мыться в ней неудобно. Может быть другие где-то? Ну, возможно. Я плыву. Пора ехать на... Нету фаер-шоу, где вот мы проходили тут первый раз, когда приехали. А, я не вижу отсюда. Ну, сюда где-то, наверное. Наверное. Там какая-то туса была. Вон, вот такая. Что там всего огоньки не было? Катера какие-то? Не знаю. Вероятно, да. Но хрен знает на самом деле.
Че, поедем? А? Поедем на Чавенко. На Чавенко? Угу. Ну, чуть позднее. Мне кажется, можно забросить фрукты и поехать. Можно и так. Видимо, пока еще не кусовое время. Ну, тут побольше народу, но не намного тоже. Все-таки побольше заметно. Ну да. Вон он, налево. Еще рано, наверное. А, рано. Просто посмотрим. Хотя что-то долбит. Откуда-то. Только не оттуда. Ну, это на пляж аж ведет. Так написано же Beach Club. Никого. Здорово. Выход на пляж. Да? Так это такой. Ну, вечером, наверное, будет нормально. Возможно. Ну, акустики тут не слабо висит, лежит он. Басы работают. Тут должна быть толпа народу, тогда будет весело. Согласен. Чего? О, опять Galaxy. Это какая-то сеть уже будет. Это сеть, да. Международная сеть. Короче, нам тут пока ничего не светит. Смотри, наверху на котельках качается. Вся в крови, правда? Да. Может, бильярд пропанем где-нибудь? Ой, я не хочу. Ну его нахер, жарко. Перехотел? Ничего, пока. Еще до сих пор не знаю, хватит. А что еще? Ну, вот тут другие какие-то. Я камера выросла, как подросла, окрепла. Набрала стил. Да. Вот тоже клубешник. Клубешник, думаю? Да. Сам. Это отель, по-моему. Отельчик. Вильям! 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 Вильям!
Thank you. Снимать. 4 часа. Главное не проебать тут. Она в пакетиках.